Всем привет, с вами Кирилл, вы на канале Кирилл Гейм, и сегодня мы играем на Родина РП Центральный Округ. Моник здесь Кирилл Путбулови, не забывайте увидеть моник при регистрации. Если вы идете моник и пройдете третьего уровня, я получу 250 тысяч и 150 тысяч я дам вам. Поэтому, пацаны, обязательно вводите моник при регистрации. Ну что ж, пацаны, как я и обещал, сегодня у нас серичка новая с вебкой. Кстати, у меня слетела квартира, но я ее обратно купил, как бы мне вернулись деньги, я купил ее обратно. Хорошо, что я все-таки не купил дом, потому что я, пацаны, себя знаю. Я знаю, что я забываю постоянно родине, оплачивать налоги, поэтому у меня постоянно слетает имущество. Сегодня мы поедем в казино, поедем в новое казино, потому что, как вы знаете, вышло ГО, и в этом ГО казино перенесли, его добавили в новый город. На новую Рублевку, там особняки есть, в принципе, высотки там и так далее. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите свои комментарии, и поедем сейчас в казино, будем играть. Ну что ж, пацаны, вот я и приехал в этот новый городочек, где высотки находятся, где находится теперь казино. Здесь достаточно много машин, поэтому я надеюсь, народу здесь много. Я не знаю насчет интерьера, вроде бы интерьер там не должен был измениться, хотя все может быть. Нет, интерьер все-таки не изменился, все как было, так и осталось. Но люди здесь есть. Пацаны, я бы поиграл, конечно же, в карты, но я, наверное, в карты поиграю на стриме. Если вы хотите, то ставьте лайки. О, здесь теперь можно сразу обменять, получается, 10 миллионов. Но это довольно-таки прикольно, раньше такого не было. Так, нам нужно менять, давайте 2 миллиона обменяем, в принципе, и можно будет поиграть. Так, на 5 тысяч втроем, давайте залетаем на 5 тысяч втроем. Так, 1,2 выпало, 2,3, и мне выпало 1,1. Чё за бред? Ладно, давайте еще раз поиграем. Так, на 5 тысяч вдвоем. Вот, на 5 тысяч вдвоём давайте сыграем. 6,6 человек выпало, максимальное количество, мне 5,1 выпало. Я проебал. Я уже, пацаны, проебал лям, чтобы вы понимали. Ну ладно. Так, после заявки 350 тысяч. Нет, это маловато. Так, вот, на 5 тысяч вдвоем. Я не успел залететь. Ну, блин, я уже проебал лям, пацаны. Тупо сходу проебал лям. Это такое себе, на самом деле. Давайте щелком сыграем. Так, 3,5 ему выпало. Мне выпало 2,2. Минус лям 500, пацаны, уже. Что-то мне сегодня не везет вообще. Прям конкретно не везет. Так, я не успел залететь. Вот, на 5 тысяч вдвоем. Еще раз залетаем. 2,1 ему выпадает, мне выпадает 5,3. Ну, хоть отбил 500 тысяч свои. Так, смотрим еще заявки. Ну, блин, я не хочу слить, конечно, бабки, но я уже в минусе на 1 миллион. Я хотя бы должен уйти каким-то образом в плюс. Так, вот втроем давайте сыграем. 5,5 человеку выпадает. Ну, скорее всего, он и выиграет. Мне тоже 5,5 выпало. Фух, пацаны, ничья. Слава богу, ничья. Я думал, я уже проебал, если честно. Но у нас получилась ничья. Так, вот, еще раз втроем, взлетаем. Так, 1,3. Так, ему выпадает 3,3. Пожалуйста, пусть ему выпадет больше. 6,3, все. Я, получается, отбил свои деньги, пацаны. Я отбил свои бабосики. Теперь можно как-то играть в плюс. Так, втроем на 4000 фишек я не успел. Скорее всего, сейчас еще будет втроем на 5000 фишек. Так, 5,6. Ну, скорее всего, он и выиграет. Потому что у него выпало 5,6. Если разве что у меня 6,6 выпадет. Но этого не будет, по-любому. Так, идем дальше. Втроем, так, вдвоем. Вот, вдвоем на 5000 давайте сыграем. 1,4 ему выпадает. Мне выпадает 1,3. На одно очко просто проебал, пацаны. Как так-то, блядь? Обратно и минус на лям просто. Замечательно. Так, играем на 4000 вдвоем. 4,6. Ему выпадает 4,5. И мне выпадает 4,2. Обратно минус, минус, пацаны, минус. Просто одни минусы пошли. Походу, все-таки эти два ляма проебу просто, и все, я останусь без бабок. Вот, на 5000 вдвоем. Давайте залетаем. 2,6. И у меня выпадает 2,2. Все, пацаны, я, походу, проебал свои два ляма, потому что у меня осталось 700 фишек. Ну, давайте еще я лям сниму. Точнее, обменяю лям на фишки, и мы еще поиграем. Так, играю на 5000 втроем. Ему выпадает, так, 2,1. Пожалуйста, пусть не выпадет больше. 1,5, ничья, да? Да, ничья. Ну, пиздец. Так, втроем, да, вот, втроем залетаем. Еще раз. 3,5 ему выпадает. Мне выпадает 6,2. Так, 2,4. Кто победил? Ничья, сука. Надо, блин, отбить хотя бы свои деньги. Так, играем втроем. 1,1 выпадает ему. 5,6. Ну, Дмитрий выиграл по-любому. 1,6. Да, Дмитрий выиграл. Ну, пиздец просто. Ну, блядь, заебали. Обратно играем на 15 тысяч фишек. 3,4. 1,5. 4,6. Все, пацаны, я, походу, проебал, да? 700 фишек осталось. Все, пацаны, я проебал 3 миллиона. 3 миллиона слил, как нехуй делать. Я не вижу смысла даже играть, потому что, ну, я так вообще без бабок останусь.
Мне реально не повезло. Вообще не повезло. Я тупо проебал 3 миллиона, пацаны. 3 миллиона я слил. Я думал, блин, мне всегда везло, когда я долгое время не играл в казики. Мне всегда везло, типа, я поднимал бабосики, там хотя бы лям, 2 ляма поднимал. А тут я не играл в казино 2 месяца. Как бы после ГО зашел в казики и слил 3 ляма, пацаны. Ну, в принципе, что было, то было. Всем спасибо за просмотр, пацаны. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И всем пока-пока.